Туристы из Лидо едут в Венецию по лагуне на катере. Венеция представляет собой архипелаг маленьких островков в лагуне Адриатического моря. В этом городе 118 островков, 176 каналов и более 400 мостов. Каналы Венеции – кровеносная система города. Это водные улицы, по которым осуществляется все движение. Покататься на экзотической гондоле 5 мест стоит от 60 до 100 евро, в зависимости от степени ее оснащенности красивыми украшениями. Красивейший мост Риальто на Большом канале Венеции. Фото на память. Мост Риальто построен в 16 веке. Гранд-канал длиной около 4 километров имеет глубину 5-6 метров и 4 моста. Вдоль канала расположены 200 дворцов и несколько церквей.
устье Большого канала, церковь Санта Мария дель Салюто. Вечер. Мы возвращаемся в Лидо-ди-Изоло.